Всем привет, дорогие друзья! Я вот давно думал открыть такую рубрику и назвать ее «Русская рыбалка». То есть все, что касается нашей такой отечественной рыбалки. Вот, и традиционно у нас это классика жанра ловли карася. Я сейчас нахожусь на одном из подмосковных водоемов. Ну, тут такое озеро, в принципе, тут есть места, где он ловится. Ветер, правда, сейчас поднялся с утра. Лодку сносит постоянно. Сейчас что-нибудь буду с этим делать, куда-нибудь привязываться. Вот. Ловить буду на поплавочную удочку, на опарыша и манку, обычную манку. Поехали. Давай, давай, куда ты там? Первый есть. Хороший. Вот так вот. Первый есть. Прямо на того же можно опарыша. Такой хороший карасик попался. Это время 7 часов сейчас. Так, теперь можно, как только клюнул, чуть-чуть туда бросить, прикормить его, чтобы собралась стайка. Он ложится, поплавок, наверное, за кусты цепляет. Еще вот мне дед мой рассказывал, что когда карася ловишь, хорошо, чтобы вот острие крючка не было видно, иначе он не клюет почему-то. Но вот это именно карась, не знаю, как вот другая рыба, но лучше, чтобы кончика крючка не было видно за наживкой. Иногда так можно подергивать, даже нужно. Чуть-чуть к себе. Так, надо не забывать менять наживку свеженькую. Аромат. О, повел. Ах ты. Рановато. Повел хорошо. Рановато я дернул, надо было подождать чуть-чуть. Точнее, я даже не поспешил, а просто в
вовремя не подсек. Удочку, что ли, потерял? Потеряли садок. Что? Садок потерял, блин. А, бывает. Садок. Сука, сразу не привязал, блин. Михалыч уже искал так. А? Михалыч уже с рыбой терял. А, вот. С рыбой я тоже терял. Вот. Ага. О, блин. Хорошо, вот далеко не отплывал. Садок потерял. Сейчас подсек нормально, прям за губу у него хватает. Ну вот еще один. Так, на этот что ли продолжит ловить опарыш? На этот, наверное. Я немного взял. Думал, больше на манку будет, а он, видите, как на опарыш. Так, ну попробуем, если этот не захочет, придется поменять. Вроде пошло дело. Половину восьмого, ничего себе. Опа. Выплюнул. Выплюнул. Это я уже прозевал. Это я уже зевал. Прям вот тут, рядом с лодкой практически. Может, не видно. Вот. Ух ты. Да, и что-то пусто. Ничего себе. Прям поплавок под воду ушел. Да, кончик крючка виден. Он его берет и выплевывает. Про это не надо забывать. Вот как-то так. Сегодня ветер такой поднялся. Мужики постреливают периодически. Вот, тут я не знаю, на этом-то водоеме утки нет, хотя я видел, летала, пара летала. Там дальше вот закрытое такое место, скорее всего, там она оседает. Но сюда ехать далековато на охоту. Мне, по крайней мере, от дома далековато. Сидят мужики, сидят, не знаю, ловят, не ловят, что-то я не обращаю внимания, сосредоточил свое внимание на поплавке. Немножко парусит этот поплавок. Ух ты, как он прямо, ничего себе, повел хорошо. Вот он. О, это такой тоже. Это даже побольше, чем предыдущий. Это такой прям покрупнее. Да. Хороший тоже карасик. Отлично. Да, это покрупнее будет. Прям аж так хорошо, раз видно было, поплавок под воду ушел и повел.
он на движение реагирует. Когда там крючок болтнется, он его видит. Еще заметил, вот именно на этом месте он любит, когда крючок не на дне лежит, а чуть-чуть приподнят от дна. Не знаю, с чем связано, но вот мужики так говорят. Ну тут глубина чего-то метров, ой, метров, сантиметров 50 всего. Это тут глубина ни о чем вообще. Ну вот он тут и стоит. Об одного бы на пару пожарить. Два мне, два жене. Нормально. Вот, друзья, камеру, к сожалению, выключил. Батарейку менял. Вот такой вот попался. Ну, поменьше, поменьше, прямо-таки скажем, карасик. Ну, тоже ничего, хорош. Вот, к сожалению, заснять не удалось. Ну, такая робкая поклевка была абсолютно. Поменял опарыша свеженького. Ну и туда же продолжаем. Пробный такой сегодня у нас фильм с вами. Первое видео в этой рубрике «Русская рыбалка» у меня. Так что не обессудьте, если что-то не так. Вот, пробуем ловить карася, пока как бы клев такой, ну, он обрывистый такой. Ну, надо же с чего-то начинать. Вот оно, есть. Есть, друзья. Вот такой вот. Ну, этот уже чуть поменьше пошел. Тоже ничего. Пойдет. Время 9 часов. Вообще, он такой, что может и в обед клевать. Камера упала. Вот он, карасик еще один. К сожалению, опять не снял. Но ничего, вот этот покрупнее хороший. Да, друзья, время почти 10. Клев стих. Поклевок нету, я смотрю. Наверное, пора сворачиваться. Будет. Перебросил пока туда, смотрю, там вроде какая-то активность была. Но если нет клёва, то все. Это боязливая рыба, такая карась. К ней как бы тоже ключ надо подбирать свой. Я не сказать, что прям такой рыбак, прудовик там на карася. Поэтому опыта мало. Когда там вовремя подсекать, еще не до конца понимаю всего этого хозяйства, но потихоньку надо осваивать. В детстве рыбачил вот. Тоже с дедушкой ходили на пруды. Вот там ведрами ловили прям. На голый крючок клевал этот карась. Вот. Пора бы самому уже. А то охота, охота. Вот и все.
все, больше что-то он не хочет брать. Чай охота попить, а ведь так и бывает, это как с охотой, то же самое, только нальешь себе, либо утка пролетит там, либо рыба клюнет, как сейчас. У меня такое было, я сейчас вот аккумулятор пока менял, думаю, а что там поплавок, а он бах, и это, и клюнуло. Он как-то вот где-то до 11, вот так, потом все. Сейчас вот, особенно к концу августа. Обычная перловка сварил, кукуруза, и добавил немножко еще фабричной прикормки для ловли карася. В магазинах продается их полно всяких. А еще сухой овсянки, просто овес. Вот такая смесь получилась, хоть сам ешь. Ароматная такая, но это аромат дает. В основном это фабричная прикормка. Есть там конопля всякое, масло всякие эти, ваниль, разные можно пробовать. Но вот меня как дед научил, так я и делаю. Ну что, друзья, мужики вот собираются, соседи. Тоже пора собираться, клёва нет больше, все. Рыба пошла на обед, как говорится. Катушка старая, тоже дедовская, отличная. Ну что ж, друзья, вот такая у нас сегодня с вами получилась рыбалка. Пробная, тестовая, тестовый фильм пробный. Думаю, если пойдет, то продолжу в том же духе. Ну, так как первый раз снимаю, извините, если что-то было не так, если где-то там поменял аккумулятор, это тоже новое. В охоте я как бы уже со съемкой более-менее руку набил, а здесь тоже своя специфика, так что не обессудьте. Сейчас давайте я вам улов покажу. Так, вот садочек наш, вот он наш карасик, ну смотрите, какие красавцы, получилось, ну немного, сколько их там, 6, да, 6 штук, но ничего такие, есть довольно крупный экземпляр, так что, в принципе, я считаю, для первого раза рыбалка у меня получилась. Вот, вам желаю ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Удачных вам рыбалок. Все, буду плыть к берегу. Всем пока, друзья. До новых встреч на рыбалке и на охоте.